Тело 2-летней Эвелины Драган едва уместилось в печке. Малышка горела более 5 часов. Жуткие подробности убийства рассказал отчим. Он и родная мать малышки сожгли девочку, а затем еще и совершили кражу. Родственникам нерадивая мамаша заявила, что отдала дочь родному отцу. Однако вскоре правда вышла наружу. Мать и ее сожителя признали подозреваемыми. На днях уголовное дело поступило в суд. Убийство ребенка произошло в феврале прошлого года в дачном поселке недалеко от Юго-Востока. Сожители вместе с 2 детьми возвращались с заработков. Оба были навеселе и решили переночевать в чужом дачном домике. Подсудимый Зеленый нес на руках падчерицу, а его сожительница – годовалого сына. Устав от ноши, отчим убил девочку и оставил на пустыре. Зеленый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, желая наступления смерти малолетней Драган Эвелины, в присутствии матери последней, обеими руками начал прыгать по малолетней Драган Эвелины в области грудной клетки нижней конечности тела. Вследствие полученных телесных повреждений малолетняя Драган Эвелина скончалась на месте. После чего Зеленый и Драган оставили тело малолетней Драган Эвелины без признаков жизни на открытой местности. На следующий день сожители сожгли тело девочки в печи на той же даче. Вместе с Эвелиной в печи сгорели и документы. После они украли с дачи DVD и поехали к родственникам подсудимой. Там они сказали, что отдали дочь родному отцу. Я говорю, закопать, похоронить, говорит, не получится. Может, и сугробы решили. Придя, можно сказать, того времени было обоюдному согласию. Кремировать, сжечь. Тело малышки горело больше 5 часов. Чтобы поддерживать горение, отчим подливал лак. Позже, в декабре, подсудимая призналась в содеянном и пошла в полицию с повинной. 38-летнего Владимира Зеленого обвиняют в убийстве и сожжении тела девочки, а также совершении кражи. Женщине также вменяется кража и покрытие преступника. У пары остался совместный сын. Сейчас ребенок находится в детском доме. Туда же определили старшую дочь женщины. Судебное следствие продолжается. Айя Мамрина, Жаксылык Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский.